Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Шахзод, а это маленький Юнус Джон. А сколько Юнус Джону лет? Ему 6 лет. А вам? Мне 23 года. Это ваш братишка? Нет, это мой ученик. Мы в национальной сборной, и это самый младший из наших атлетов. Маленький силач, вы готовы? Пожалуйста. Знаете, почему я нажала на красную кнопку? Чтобы вы не мучили ребенка. Ваш номер просто космический. Я подумал, что вы переволновались и вместо золотой нажали на красную. Спасибо. Малыш, ваши уши не болят? Нет. Живот у вас не болит? Нет. А его родители в курсе? Конечно, конечно. Они сами видели? Да, видели. Они сами привели его к вам? Да, это так. Когда вы начали его щипать за уши тянуть, а потом и вовсе за волосы тянуть, я испугалась. Сейчас порвется либо ушко, либо он просто заплачет. Юнус, вы просто поражаете. Вы настоящий узбекский силач. Я тоже, как все, переживал за Юнус Джона. Да, вот потому что я как бы представил себя на место Юнус Джона, что мне за холомдан, за уши, за волосы, да, хамасы майлем, она там ондан, она там ондан. Я думал, сейчас за нас тоже поднимут бурнедан. Хахдога шкыр. Мы и это хотели сделать. Ой, слава Богу. Достаточно, да, вот это было. Да, молодцы, ребята. Очень видно, что вы хорошо подготовились. Наверное, долго тренировались. Да.
А этот маленький старался быть терпеливым, такой старательный, молодцы. Мне номер понравился. Спасибо. Я говорю вам да. Рахмат кяло. Ну, я говорю да. Спасибо. Я думаю, что это должно видеть не только в Узбекистане, но и дальше, Центральная Азия, может быть, и в мировых шоу, дай бог. Я говорю да. Спасибо. Ой, уши мои, уши. Если вы пообещаете не мучить Юнус Джона, не щипать его за живот, не тянуть за волосы, но показывать еще больше крутые номера, то я обязательно скажу вам большое «да». Вы проходите в следующий тур, у вас 4 «да». Спасибо, до свидания. Ой, я думала, у меня сердце остановится, у меня ребенка также. Мне представление нравится, но я нажала, потому что ребенка жалко. Продолжаем поддерживать участников Central Asia's Got Talent.